Душа не старая. Вес 30,5 килограмм, рост 100, 40, 3,5 сантиметра,
это не больно, когда падаешь? Да? Родители твои где? Да. А? В селе. В селе, да? Какого района? А? И тата тоже? Тебе сдали сюда, что ты сам? Сам пришел? Я живу в... Где? Я в раю живу. В раю? Да? А там как в раю? А? Как там в раю живу? Вас. Вас? Я из рая сюда приехал. В раю классно. Что ж ты ищешь смерть свою? Ищу пёсер. Сейчас же слезь. Головой так и загудишь свои. От мозги бы выскакивают, да? Чей ты ребёнок? Где твоя мама? А? Слезь сейчас же, я сказала тебе. Хулиган, ты же убьёшься на смерть. Себе фотографирую. Что ты безголовая? Дети твои такие дурные, как ты. Пустая голова твоя, бессмысленная. Воров и бандитов расплодили, проходимцев. Ваша власть расплодила. Тогда какой-то был порядок. Люди были скромнее, честнее. А сейчас что? Чем хуже, тем лучше. Ты при советской власти пешком под стол ходила. А я в молодости читала лекции, меня академики слушали, профессора меня слушали. А кто вас послушает? Идиоты, дебилы вас послушали. А меня слушали и считали своим мнением. А пенсионерка не подумала. Без тебя ни совести, ничего святого, ничего человеческого. Страна без будущего. Боюсь!
поднимает. Ратурнир, помогите! Ратурнир, помогите! Sado, sado, sado vinogrado, ща юрья мы утихнем. И хардем от рада. Тай-дай, 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 на-ра-на-ра-най, на-на. Чай-ор-я, мы удыхьем, и хардем от рада. Садо, садисо, садо виноградо, шун, шун, и лори. А мы богата. Тай-да, тай-да, тай-най, тара-на-ра-на-на-на, шу-шу, дилори, а
травы богата. Ай, дай, тара, дай, рам, тара, 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 рам, дай, 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 рам, на, най, на. Дай, дай, тара, дай, рам, тара, рам, тара, рам, дай, 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 Внимание, мальчик Юра, вы с ними. Тебя ожидает груз более у центрального входа. Мальчик Юра, вы с ними. Тебя ожидает груз более у центрального входа.
Дим Димыч. Понял. Николай. Понял. А меня Дим Димыч. Работаю дальнобойщиком. Невкусно. Нормально? Все. Молодец, Кузьмич. Живые никогда никому не подавайте. Мужчина, дайте руку. Да, иди. А? Иди, даю. У меня есть. Дай руку, все, сейчас возьмем мороженое. Мороженое будет? Девушка, вы с этой фото это самое? Глаз моргает. А как эту тетю зовут? Да? Спасибо. Нет проблем, я не понял. Мы мужики. Мужики, значит, надо кушать. Все нормально, что будет. Ты не в обиде? Все, держи краба. Краба держи. О, это вот молодец. А знаешь, что такое краб, да? Вот он. Значит так, смотри внимательно. Можешь это записать на это? Такую петрушку никто не делает. Смотри, внимательно. Зачем нарушил мой покой? Ты снова повстречался. Зачем, зачем ты снова повстречался? Зачем нарушил мой покой?
разочарование. Так, уважаемые читатели, приглашаю вас принять участь в конкурсе «Очарованные 2004». Наша задача – выбрать самую очарованную или стильную одесситку текущего года. Регистрация очаровательниц до 1 ноября 2004 год. Когда я приехал сюда 23 числа, и тут был такой же самый бардак. Я все убрал. И здесь там было кресло. Здесь я спал. Ну, бывает, если что замерзает внизу, я лягаю там, застеляю, лягаю там. А если там, то я уже на горище, тут на горище закрываюсь, тепло было. И не было так вонь. Ось сюди бомжи, що понаробили, блядь. Я все убрав, все було нормально. Геть сухе, все понаходив, кресло приніс, поставив. Ну, дорожка тут була, да. Оці вещи тут були, да. Я їх так же само поналожив. Застелив цю дорожку. Ну, правда, я цим покривалом ночок замерзав, то укривався, да. Це я знаю, що я з ним укривався. Ну, а зараз я це прийшов і дивіться, що тут якась завод. Тут все, блядь, не порядок. Ці бомжи, вони вообще не жаліють труда. І мішало кресло, що десь заділи його. Я думаю, ще сюди думав упихати оцю як. Холодильник, може, десь не допихнув. Хоч дверцю від холодильника приніс би, поставив. Стол би десь, скамінки мог би зробити. Сделать что-то с камнем. Сам? Сам. А ты умеешь? Я умею. Я думаю, с досок робить скамейки. Дома? Да. А где твой дом? Мой дом в селе, в трудовом. А что ж ты дома не делаешь? Ну, я вам скажу, там цекли. Ну, родители были, пили. Ты отправил меня в школу. Я со школы, там старшики. Тоже какие-то бьются. Ну, я и втек со школы. Я ушел за отцом, за отчим. Мне вообще нравится путешествовать. Ну, мій друг там, де Вознесенська, як я ще на ж вокзалі ждав поїзд, він сказав, що оце твої путешествия можуть як вилізти боку. Він каже, як поїдеш, наприклад, в Одесу, цілий год будеш оттуда вибиратися. Я йому не повірив. Чи я в Одесу хотів? Ну тут море, я ще вообще море не бачив. Ну тут вообще Одеса там живуть, ну як, в інтернаті
де тут живуть і в інтернаті, там в інтернаті живуть, тут теж в Одесі. І вони хвалили Одесу. Кажуть, в Одесі море там є. І в мене так дух взяв, думаю, а вдруг вони, знаєш, так шутять. Вони там казали, що в Одесі взагалі, ну як, отак п'яні і деньги теряють. Ну п'яні висовують на рубль чи скільки, і деньги останеш, падаєш. Він каже, і деньги, думаю, ну може якось цекіло. А потім моя мисль взяла, може я цекіло десь там встроюсь, ну як, для начала так. Поїду в Одесу, побачу море. Ну я ще не про море мечтав. Побачиш море. Мені треба було, як, літом сюди приходити, тут би я і купався. Ну а так що? Коля, ти взагалі на кого похож? На маму чи на папу? Я похож на рідного отця, ну, на рідного батька. Я за ним скучаю. Вообще у нього квартира у Вознесенській, там, на 3-му мікрорайоні. А мама? А мати в селі. Красива мама? Мама, да. А що у тебе від мами? У мене? У мене газа від мами. Я маму дуже люблю.
как можно немножко плавненько, наверное, надо. Цветы роняют. Устал я греться у чужого огня. Но где же сердце, что полюбит меня? Thank you.
Коля, ты Юру больше не встречал? Я? Встречал. На 7 километров. Ну, я полненький, на поправился тут. Что там? Поправился. Я думал, что на Юра. Это же просто так проходит дальше. Я говорю, привет, Коль. Я так раз, откуда ты меня знаешь? Я говорю, ты что, не помнишь Юру? Ну, побалакали там. Ну, я говорю, своя жизнь, у меня своя. Thank you.
А я хотел бы, чтобы всех людей катать на Титанике потом. Им бесплатно давать все. Это, казалось бы. Я сказал бы это. Хотел бы, чтобы менты никого не садили в тюрьму. Хотел бы, чтобы никто не страдал бы, не бы обживал. Я еще хотел бы, чтобы все были нормальными людьми. Все. Все же снято. Тут еще точка красная горит.